В городах России начали работать участники общественной организации «Волонтеры Конституции». В ближайшие 2 недели, вплоть до самого дня голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, добровольцы будут работать на специальных информационных стендах. Более 3000 пунктов уже открылись в торговых центрах, парках, аэропортах и вокзалах по всей России. Появились такие точки и в Ленинском городском округе. Задача волонтеров – не только раздавать листовки и наклейки, но и объяснять обратившимся гражданам суть той или иной поправки в основной закон страны. В Ленинском городском округе всего 2 информационные точки, на которых работают волонтеры. Это торговый центр «Курс» и торговый центр «Перекресток». Выбраны эти точки, потому что самое большое количество людей и поток большой людей проходит по данным точкам. Для того, чтобы стать волонтером Конституции, нужно зарегистрироваться на специальном портале, прослушать курс онлайн-лекции в интернете и сдать итоговый тест. Более 50 волонтеров будут работать на информационных точках. Все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, то есть масками, перчатками и защитными щитами, которые сейчас необходимы для волонтеров, для обеспечения их безопасности и безопасности граждан. 54 тысячи листовок и наклеек планируется раздать в течение 2 недель, которые предшествуют голосованию за поправки. Волонтеры Конституции закончат свою работу 1 июля, а в день голосования они будут работать наблюдателями на участках.